справляется. По жалобам граждан. Дороги никто не ремонтирует. До всех доедем. Всем поможем. Дороги будут самые лучшие. Пытались, видимо, делать уже он щебень здесь. Лавричка на этой дороге, да? Да. Плохая дорога. Не могут, у него дочь инвалид первой группы, не может проехать скорая. Цифра. Тут где-то года два, наверное, когда была цифра? 14. В 2014 году отсыпала. Да, тут посыпали гравий такой. И еще нет коммуникации. А профилирование вы здесь не делаете? Довольно. Нет. Ну, единственное, только вот в его районе мы в прошлом году делали концерт. Нет, я просто говорю, мы предоставили всю информацию вот, туда. Я понял, вот смотря вот на эту вот яму, я вижу, что она у вас по безопасности давно отбывается. Вот я мелкие ямы, я понимаю, но вот здорово. В чем вообще вот жалоба? Вот? Ну невозможно здесь весной и осенью в дождь ходить. Понимаете, вот смотрите, вот он прошелся. Ну сколько им? 7,5 километров. Они говорят, что там 50% постройки, когда будет готово. У нас вот здесь это готово. А когда там застроится, там не нужно. Здесь получается 2 километра, это грубо говоря, да даже меньше получается. Там жижи вот на той дороге, где вы въезжали, там по весне вот там вот столько жижи. Вообще здесь все надо делать, конечно. Щебнем, гравием. Я Бурцеву показывал документ. Я был на приеме еще у прежнего руководителя ГУДХ. Вот здесь он пишет. Разработайте проектно-сметные документы, да. ПСД, вернее, угу. Проектно-сметную документацию. Я даже выделю, говорит, деньги на это. А вы вообще сделали, да, сметную документацию? Делали? Речь о чем идет? Об асфальтобетоне или... Да, об асфальтобетоне. Об асфальтобетоне. Но прежде вот здесь, ну, вот то, что сделано вот, с 2013 года, считайте, 2014, 2015, уже 2016, через год тут вот не будет видно, что она отсыпана. Проблема в том, что эта дорога, здесь только часть дороги стоит на кадастровом учете, то есть дорога числится. Это проект за наш счет, долю софинансирования определяет Воробьев лично. Какая доля будет у нас при нашем уровне бюджетного покрытия, под вопросом у нас. Хорошо, если будет 50%. Есть сейчас дополнительная программа. У вас есть деньги на софинансирование? По письму Минэкономразвития дорога не является объектом капитального строительства. И в щебеночном покрытии ее можно щебень отсюда собрать, перенести в другое место. Поэтому это считается уже не объект капитального, ну, вернее, не недвижимость. А движимость. У нас сейчас идет процедура бесхозяйных дорог, мы ставим на кадастр. Скажем так, нам отказывают. Давайте мы к следующей неделе, к понедельнику, ко вторнику, от вас получим дефектную ведомость и смету. А везде вот щебень, да? А везде вот здесь хорошо сделали, но оно вот из-за того, видите, что творится. Там мы уже сделали такие, если внимательно посмотреть, там кстати, плюс там сделали, да, мы ходили с мужиками, уже делали такую ямку, чтобы туда вода выходила. У нас есть проект. В 2014 году, в сентябре месяце, были выборы. Приходит и на 2015 год эти деньги, которые были по программе, забиты на три части, на три года. 400 тысяч администрация и остальное по софинансированию, они вложили прежняя власть 400 тысяч, но не выделили деньги. Я прихожу на прием и говорю, вы хоть выделите на следующий год, на 15, бюджет, ну с бюджета, да, на эту бюджет, дорогу отсыпать, да. И опять подайте документы туда. Да. А вот, если раньше было 40 на 60, и мы точно знали софинансирование, то в этом году почему-то в программе очень... Ну и по дворам. Интересно. Я прекрасно понимаю необходимость установки здесь дороги, но есть город, да, где трафик, движение там гораздо интенсивнее. Мы здесь стоим, ни одной машины не проехал. А у нас там асфальт весь, его 20 лет никто не делал. Конечно, приоритет будет туда. Нет, я вам мы по тем документам, по чужим документам не работаем. То бишь, опять сейчас надо деньги платить, чтобы они это сделали, и у них закончится срок. Тут нужно 6 миллионов, чтобы заасфальтировать вот эту ту дорогу и вот так закольцевать ее.
Ну, по нашим 8 сейчас. Я все понял. Мне все. Все, спасибо большое. Все, Иван, спасибо. Все, да. Так, а я хотел бы ваш еще ямочный ремонт посмотреть. И ваши ремонты после психиатра заодно. У вас работы где-то ведутся? По дворам? Конечно. Пойдите, пойдите, да, посмотрите. До свидания, удачи. Хорошие ямы. А если их нет, хороших ям, то я не знаю, куда они нас сейчас привезут. По ямочному ремонту проверок в Луховице ни разу не было. Не то, что культура, они нам работу завершали в декабре месяце. Очень интересно качество вот этой асфальтобетонной смеси. Документы есть вообще на бетон? У вас асфальтобетонная смесь с включением мусора. Вот это песок? Это грунт хороший под асфальт. Она... Это под асфальт здесь копать. Вот копните, пожалуйста, я прошу. Все, я понял. Все, спасибо. У вас песка должно быть 10 сантиметров. Здесь грунт 10 хороший. 10 сантиметров трамбованного песка. И меня не волнует, хороший здесь грунт или плохой. Под установку бортового камня должна быть подготовка песчаная 10 сантиметров. Ее здесь нет. Устанавливают камень с нарушением. Вы согласны или нет? Или... Внимание есть? Смотрите. Здесь бетон на 10 сантиметров. У вас установка бордюрного камня выполняется с нарушением. Там я смотрю, да, они уже начали правильно устанавливать вот там бордюрный камень. А здесь они, во-первых, сомнительная бетонная смесь. У меня впечатление, что это не бетон, а их не сухая смесь, просто дождем намокла. Демонтировали. Там уже не переделывали. Да, не присылаете ее. Потом и когда мы приехали, нет, когда мы как бы дежурили. Не, я вот... Да тут вообще вот этот вот участок вообще был весь на этом. На какой-то вот сухой. Вот-вот, я и говорю, вот эта сухая смесь. Вот-вот, правильно. Вот мы также болели. Мы тоже приехали, вот так вот берут. Ногой просто толкнул, хоп, и все упало. И бетона нет, вот посмотрите. Его вот. Нету, да, вот. Да. Даже песка здесь нет уже. Это земля. Ну вот информация. Строящий, исполнитель, Белоконь, ответственный, срок начала, срок окончания. А по графику мы вам письмо уже написали, что отставание не было. Мы вам копию ему подряд. Погрузный документ, закон. Эмульсию разливали? Да. А где ваша эмульсия? Где эмульсия ваша? И вы не подготовили основание и положили асфальтобетон. Сколько должна быть толщина? 35. Вот, это, посмотрите, это 5. 3. 3. Даже нет. То есть у вас был асфальт, вы даже не потрудились провести его от грязи и песка. Ничего себе. Я предлагаю вообще-то этот подрядчик, кто вот эти деньги взял, мы там заплатили, он должен это все снять. Весь асфальтобетон фрезеровать, сделать как положено, а потом положить заново асфальтобетон. Потому что это просто. Уж нам, чтобы заделали как-нибудь вот это. Ну вот это вот уже замерзшая холодная асфальт, да. Вот это. Он выкрашится у вас. Вот после зимы уже с него ничего не будет. То есть он, видите, он здесь или не уплотнен был, вот он, видите, как положено. Или он был не уплотнен, или его холодно. Меньше 80 градусов уплотнен. И опять посмотрите, обращаю внимание, что он просто положен на песок. Чего не должно быть, в принципе. Может быть, здесь где-то вот эмульсия есть.
Но там явно вот тут вот та карта, там не было эмульсии. Ну, 2 сантиметра, то же самое, без эмульсии положено типа. Вот они это приняли. Непонятно. Асфальтобетоне делают крошкой. Делают крошкой на. Ну, на месяц хватит. Такого. Фрезерование и 2 слоя по 4. Нет, 4-5. Даже 2 слоя по 4. Да. Жаль, вы так ее прям любите сильно. Она была убита. Она вы знали, была. Сколько было обращений президенту. Вот это качество, вот это вот мне сомнительно. Заключение только лаборатории можно определить. Астин. Это армянские товарищи. Слава Богу, не знаю. Слава Богу, не знаю. И не дай Бог, кто узнает. То есть мы их поставили стоп, если и, в общем, все процедуры сделали. Молодцы, а что? Вот надо бороться. Тогда будем бороться, и будет у нас хороший.